Добрый день, с вами канал «Простые решения» и тема сегодняшнего урока – обработка цифр числа. Давайте рассмотрим обработку цифр числа на задаче по нахождению суммы цифр числа. Итак, нам нужно вычислить сумму цифр введенного числа. Допустим, у нас число 123. Нам нужно единицу прибавить двойку и прибавить тройку, и мы должны получить шестерку. Итак, первое, что нам нужно сделать, это нам нужно как-то выделить последнюю цифру числа из переменной n. То есть это переменная n, и нам нужно узнать, какая у нас последняя цифра. На самом деле это мы можем сделать легко. Для этого нам нужно взять остаток отделения на 10. Если вам непонятно, что такое остаток отделения, советую вам посмотреть предыдущие уроки, где мы рассматривали, что такое целочисленное деление и остаток от целочисленного деления. Ну, в общем, скажу, что если мод 10, то есть это сколько у нас остается при делении на 10. То есть я 123 делю на 10 и беру 10 раз, это будет 120, а троечка у меня останется в остатке. Поэтому и получается, что троечка – это моя последняя цифра. Итак, D – это будет наша последняя цифра. Кроме того, что мы как-то узнали последнюю цифру, нам нужно как-то теперь эту последнюю цифру отбросить от числа. Для этого, то есть мы должны из числа 123 получить число 12. Как мы это сделаем? Мы это сделаем целочисленным делением на 10. То есть, если мы возьмем число 123 и целочисленно поделим на 10, то есть мы узнаем, сколько десяток в числе 123. Десяток у меня 12. Поэтому n d в 10 это будет в данном случае 12, то есть без последней цифры. Таким образом, остатком деления на 10 мы найдем последнюю цифру числа, а просто делением на 10 мы число от числа отбросим последнюю цифру. Причем мы должны обратно это присвоить n. То есть мы здесь фактически меняем саму переменную n, само число. Оно у нас было 123, а потом само же станет равной 12. Здесь же мы последнюю цифру присваиваем какой-то другой переменной, которую мы будем затем использовать. А зачем мы будем ее использовать? Для добавления к переменной сумме, то есть общая сумма, которая будет накапливать все эти цифры, в которую мы сначала добавим единицу, потом туда же добавим двойку, а потом ко всему еще и добавим тройку. То есть что нам нужно сделать? Нам нужно к сумме, да, то есть к старой сумме прибавить последнюю цифру нашего числа. Ну или мы можем сократить эту запись до следующей. То есть сумма плюс равно d. То есть тогда d просто добавится к нашей сумме. То есть последняя цифра добавится к сумме. И идея будет такова. Мы берем последнюю цифру, добавляем ее к сумме и отбрасываем ее. Берем последнюю цифру, добавляем ее к сумме, отбрасываем ее. И делаем до того момента, пока наше число не будет равно нулю. Итак, общая конструкция. Выделяем последнюю цифру числа с помощью остатка отделения на 10. Затем увеличиваем сумму на значение цифры, то есть сумма плюс равно d. И затем отсекаем последнюю цифру числа. И так делаем, пока у нас наша n не будет равно нулю. Давайте попробуем рассмотреть это на нашем же примере. Итак, начальное значение у нас n 123, сумма равна нулю. Мы должны обязательно ее обнулить, так как мы будем определять сумму через саму же себя. И мы будем должны прибавлять к ней что-то. Поэтому изначально мы должны будем задать ее равной нулю. Это обязательно. D же у нас изначально нету, потому как мы его будем находить, исходя из нашего n. Теперь давайте подумаем, какие переменные у нас будут на первом шаге. Итак, n у нас отсечется последняя цифра, и она будет 12. D это как раз будет последняя цифра, то есть это будет троечка. Ну и сумма это будет нолик, к которому я добавлю троечку, поэтому здесь будет троечка. Дальше, во втором случае у нас отсекется в конце самом двойка, и n останется равной единице. D, так как я эту двойку я уже до этого узнаю, будет двойка. И теперь двойка добавится к тройке, и сумма будет равна пятерочке. Затем я отсюда отсекаю последнюю цифру, да, то есть и у меня остается здесь 0. Почему здесь остается 0? Потому что единица div 10, то есть сколько десяток в единице, будет 0. Поэтому n заменится на 0. Итак, d у нас будет равно единице, потому что я перед этим ее узнал. И добавится единица вот сюда вот пятерочки и будет равна шестерочке. Как же будет выглядеть наша программа на языке Python? Изначально мы введем наше число. Да, то есть это у нас ввод строчки с подсказочкой, и потом эта строчка делается числом. Затем сумму обязательно обнуляем, сумма равна нулю. Затем пока n не равно нулю, то есть пока n у меня еще существует, я узнаю последнюю цифру.
Затем добавляю эту последнюю цифру в сумму и отсекаю последнюю цифру от самого n. И так я буду делать до того момента, пока n не будет равно нулю. Затем я вывожу сумма цифр числа n равна сумме. И здесь появится небольшая проблема, так как вот этот цикл будет заниматься в том числе изменением n. То есть смотрите, здесь n, присвоить n, div 10. То есть у нас, допустим, было число 123, потом n стало 12, n стало 1, и n стало равным 0. Если я сейчас так выведу, то будет сумма цифр числа 0 равна, ну, получившейся нам суммы. И вот это вот n, оно равно 0, поэтому нам нужно было изначально где-то сохранить копию нашего n, чтобы потом ее использовать. Для этого я введу какую-то еще переменную, допустим, n1, можно было также здесь написать n1 равно n. То есть я сохраню значение переменной n какой-то переменной n1. И потом просто в принте буду выводить значение именно уже вот этой сохраненного нами числа. Да, само n потом изменится, но мы используем ее копию, которую перед while-ом, да, то есть перед отсечением этих чисел мы сохраним ее. И поэтому в данном случае у нас получится правильная конструкция. Теперь давайте немного попрактикуемся и порешаем задачи. Задача под буквой А. Нам нужно ввести с клавиатуры натуральное число и определить, сколько раз в его записи встречается цифра единица. Итак, для начала вводим наше число. Мы зададим его также n и сделаем int от input. Итак, дальше нам нужно как-то записывать количество раз, сколько мы встречаем единицу. Я обозначу это за k. То есть количество раз, которое я встретил единицу, пока что 0. Обнуляем его. Ну и затем пошли изменять наше n. То есть пошли анализировать наше вот это вот все число. Пока n будет не равно 0, мы будем делать следующие действия. Итак, первое, что мы будем делать, это будем узнавать последнюю цифру. Я назову ее буквой P, последняя цифра. Итак, последняя цифра, это будет у нас остаток от деления нашего n на 10. Итак, узнали последнюю цифру. Теперь нам нужно понять, а не единица ли она. И для этого я напишу условный оператор. Если моя вот эта P, которую я нашел, если последняя цифра, она у меня единица, то тогда я должен увеличить количество единиц. То есть я K плюс равно 1 делаю, то есть увеличиваю счетчик единиц. Ну и в любом случае, даже если это не единица или единица, я все равно должен от моего n отбросить последнюю цифру. То есть я пишу n, присвоить n, div 10. То есть целочисленное деление на 10. Итак, еще раз давайте пробежимся по конструкции. Я ввожу само число, вот оно. Затем количество единиц я обнуляю. Пока n не равно 0, так как n у меня будет вот здесь изменяться, я узнаю последнюю цифру. Если последняя цифра у меня равна 1, я увеличиваю количество единиц на 1. То есть пришла единица, я увеличил, пришла единица, я увеличил. И далее я от n отсекаю эту последнюю цифру. То есть узнал, определил последнюю цифру, она равна единице, увеличил количество на единицу, отсек ее. Узнал цифру равна единице, увеличил k на единицу, отсек ее. Узнал цифру равно единице, не равно, не увеличиваю. Узнал единицу, равно единице, увеличиваю. Узнал цифру, равно единице, нет, значит не увеличиваю. То есть вот такая вот программа получается. Давайте проверим на примере, который у нас есть. 5, 1, 2, 1, 1. Запускаю. И вижу, что программа ничего не вывела. Дело в том, что мы посчитали это k, но нам же нужно его еще и вывести. Поэтому здесь добавляем print и выводим k. Просто количество единиц, которые мы встречаем. Итак, 5, 1, 2, 1, 1. Запускаем, получается 3. Если же я ввожу какое-то число, где у нас не будет единиц, то, соответственно, у меня k так и останется 0. И выведется равный 0, что, опять же, соответствует нашему числу, где количество единиц равное 0. Задача под буквой B.
нам нужно ввести с клавиатуры натуральное число и найти сумму значений его цифр. То есть у меня число 1234, и сумма его цифр — это 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. 1 плюс 2 – 3, 3 до 3 – 6, до плюс 4 получается 10. Вот сумма цифр 10. Итак, для начала нам нужно ввести наше число. Мы его обычно вводим, n – это int от input у нас будет. Итак, далее мы должны задать нашу сумму. Итак, сумма у нас будет изначально равная нулю. То есть изначально мы еще ни одну цифру не рассмотрели, и, соответственно, сумма цифр равна нулю. Затем делаем цикл, пока n не равно нулю, то есть пока оно существует. Что мы будем делать? Мы будем узнавать последнюю цифру. Последняя цифра — это n мод 10, то есть остаток от деления на 10. Узнали последнюю цифру. Теперь нам нужно в сумму добавить эту последнюю цифру. Итак, сумма плюс равно p. Добавили последнюю цифру в сумму. Ну и теперь нам нужно отсечь нашу последнюю эту цифру от самого числа n. Поэтому пишем n равно n div 10. Ну и все, теперь нам осталось вывести это все на экран. Мы видим, что в задаче изначально выводится надпись «сумма цифр». Поэтому здесь мы так и запишем. Сумма цифр. Дальше поставим запятую. И выведем, собственно, само значение нашей суммы. Для того, чтобы эти значения у нас не слиплись, мы вот здесь вот поставим после цифр пробел, чтобы у нас вот здесь вот был пробел между надписью и между вот этим вот числом. Давайте запустим и введем 1, 2, 3, 4. И как мы видим, у нас вывелся точно такой же ответ. На самом деле мы могли сделать эту задачу немножечко попроще. То есть смотрите, здесь мы определяем последнюю цифру, и здесь ее же добавляем. По сути, мы могли эту запись немножечко сократить. Мы могли за место p как раз таки написать n mod 10. То есть чтобы не задавать отдельную переменную, мы просто будем добавлять в сумму уже этот остаточек отделения. Но и здесь тоже хотелось бы вот эту запись немножечко сократить. И выглядела она бы следующим образом. Так как я меняю само значение n, да, и делаю div 10, целочисленное деление на 10. Так что можно вот эту запись сделать вот такой. Ну давайте попробуем ввести те же самые значения. И мы видим, что программа работает точно так же. Задача под буквой C. Нам нужно ввести с клавиатуры натуральное число и найти сумму его именно четных цифр. Итак, вводится число 1234, сумма четных цифр получается 6. Это двойка и плюс четверка, четные цифры. Итак, вводим сначала опять же n. Это у нас будет int от input. Затем мы также определяем переменную сумму, как и в предыдущей программе, и она у нас равна нулю. Затем делаем цикл, пока у нас число n существует, пока оно не равно нулю, мы узнаем последнюю цифру. Это будет n mod 10, остаток от деления на 10. И теперь мы должны проанализировать эту последнюю цифру. Если моя последняя цифра четная, а что это значит? Что при остаток от деления на 2 у нее равен нулю. То есть я вот поделил, и ничего там в остаточке не осталось. Опять же, если вам это непонятно, то просмотрите предыдущие уроки про остаток от деления и целочисленное деление. И если у меня эта цифра четная, то я ее должен добавить в нашу сумму. Итак, добавляю сумму. Опять же, добавляю сумму только тогда, если у меня цифра это четная. А если нечетная, то, соответственно, это условие ничего не будет выполняться и будет идти дальше. А что мы должны сделать дальше? Конечно же, отсечь нашу последнюю цифру. Итак, n div равно 10. То есть делаем целочисленное деление на 10. И все, мы нашли сумму цифр. Теперь осталось нам только вывести на экран. Итак, здесь опять же у нас идет надпись «сумма цифр». Итак, сумма. Может, давайте добавим четных цифр. Пробел здесь ставлю, чтобы у нас разделалось пробелом. И ставим запятая нашу сумму, которая у нас получилась. Запускаем программу, вводим 1, 2, 3, 4. Видим, что сумма четных цифр равна 6, как и в примере.
Задача под буквой D. Нам нужно ввести натуральное число и определить, верно ли, что в его записи есть две одинаковые цифры, стоящие подряд. Итак, введите натуральное число, у нас вводится натуральное число, и здесь у меня нет двух цифр, одинаковых, стоящих подряд. А вот здесь две одинаковые цифры, две двоечки есть. И мы поэтому вводим «да». Итак, давайте разберемся. Задача довольно-таки сложная. Во-первых, чтобы нам сравнивать какую-то текущую цифру, нам нужно сравнивать ее с предыдущей цифрой. Поэтому я задам такую переменную, которая будет называться «old». Это будет предыдущее значение. И изначально, чтобы у нас цикл работал хорошо, мы отделим его сразу же перед циклом, мы узнаем последнюю цифру и отсечем ее от этого числа, чтобы в цикле у меня уже было какое-то old и нам было с чем сравнивать. Вот. И начнем уже вот с этим вот числом работать. И если мы встретим, что у меня предыдущее число равно текущему числу, то мы еще зададим какой-то флаг. То есть мы сделаем флаг равным единице. То есть поднимем флаг, он изначально будет равен нулю. То есть мы не встречали пока что повторений. А вот если встретим, мы его поднимем единичкой. И в конце мы проанализируем, а флаг у меня равен нулю или флаг у меня равен единице. Если флаг равен нулю, то не было встреченных одинаковых двух цифр подряд. Но если будет флаг равен единице, значит такое действие произошло. Итак, для начала опять же вводим мы наше число n с клавиатуры. Затем нам нужно сразу же узнать последнюю цифру. И мы ее сделаем предыдущей, назовем ее old. Это у нас будет n мод 10, то есть остаток от деления на 10. Это наша будет самая вот эта вот последняя цифра. Она у нас теперь сохранена. Ну и давайте, чтобы мы ее дважды, эту цифру, не получается, не перерабатывали, мы еще и отсечем эту цифру. То есть, смотрите, я узнал вот эту вот последнюю цифру, ее убрал из этого числа, чтобы цикл уже начать вот с этим вот числом. Итак, также я задам переменную флаг, равный нулю. Просто задам переменную f и задам равный нулю. И теперь делаем цикл, пока у меня n не равно нулю. Пока у меня n не равно нулю, я буду делать следующее действие. Я буду узнавать последнюю цифру. Итак, последняя цифра узнается, опять же, точно так же. Это n мод 10, остаток от деления на 10. Узнали. И теперь нам нужно сравнить, равны ли моя вот эта вот текущая цифра, равна ли она с предыдущей. Я делаю, если моя вот эта вот текущая цифра, она равна у меня предыдущей, старой цифре, да, то тогда я делаю флаг равен единице. Почему я сразу же не вывожу «да»? Потому что если цифры у меня будет встречаться много их подряд, то он выведет несколько раз «да», так как это действие будет срабатывать несколько раз, и эта программа выведет несколько раз «да». После этого сравнения нам нужно, как и в предыдущих задачах, конечно же, изменить наше n и сделать его деление на 10 целочисленное. Так мы обработаем полностью n, и после этой программы у нас, то есть нас сравнит, опять же, текущая с предыдущим, текущая с предыдущим и так далее. Но здесь мы не учли еще одного момента, то что для следующего числа, когда мы же это отсекли уже, для следующего числа у меня вот это вот число уже, которое я перед этим находил, оно у меня станет предыдущим. То есть мы должны old наше теперь изменить на текущее значение p. Ну, потому как теперь четверка, это станет предыдущая для вот этого числа. Итак, все, теперь мы это сделали. И затем мы должны проанализировать. Если после того, как этот цикл закончится, флаг у меня будет равный единице, тогда я выведу «да». Вывожу «да». Ну, а иначе, то есть если у меня флаг равен нулю, так и остался, да, и ни разу не изменился, то я, соответственно, вывожу «нет». Итак, вот получается наша программа. Еще раз давайте ее прогоним.
Вводим число n, узнаем, запоминаем последнюю цифру. Затем отсекаем эту последнюю цифру, чтобы дальше работать уже без этой последней цифры. То есть мы ее сохранили как предыдущее значение. Задаем флаг равен нулю, то есть пока что мы не нашли совпадений. Пока у нас n не равно нулю, то есть пока n у нас не закончится, мы узнаем последнюю цифру числа. Если вот эта вот последняя цифра числа равна предыдущей цифре, которая была перед ней, то тогда мы делаем флаг единицей. И отсекаем от n последнюю вот эту вот цифру. Затем делаем предыдущее значение. Запоминаем, то есть теперь получается предыдущее, это будет то, что здесь было на этом шаге. Потому как мы пойдем уже в следующий шаг, и здесь уже p будет другое. А old мы как раз таки сохраним в самом конце, какое у меня было до этого. Ну и когда это все отработается, даже если у меня несколько раз будет вот эти значения, просто переменная f будет переприсваиваться на единицу. То есть f будет равно единице, она же присвоится на единицу, и она же присвоится на единицу. То есть у нас всего лишь два значения. Либо f равно нулю, то есть вот сюда ни разу не зашло и не было никогда совпадений. Либо у меня хоть раз сюда зашло, хотя бы случилось это один раз, и f равно единице. И если у меня флаг поднят, то есть у нас были эти такие совпадения, то мы выводим да, иначе выводим нет. Давайте запустим нашу программу и введем первое число. 1, 2, 3, 4... 2. Итак, мы видим, что у нас рядом стоящих цифр одинаковых нету. Да, есть две цифры, двойки, но они не стоят рядом. Ну и теперь давайте еще раз запустим программу и введем число, где у нас две цифры стоят рядом. И как мы видим, программа у нас вывела да. Таким образом, задача под буквой D решена.